Хорошая новость для тех, кто увлекается стрит-воркаутом. Скоро в Балаклаве появится бесплатный тренер, который будет обучать ребят правильно заниматься на турниках, брусьях и так далее. Об этом нашей съемочной группе рассказала заместитель главы АБМР по социальным вопросам Татьяна Калинина во время областных соревнований по стрит-воркауту, которые проходили в нашем городе накануне. Все больше желающих становится в городе Балаклава заниматься спортом. Если мы говорим конкретно о данной площадке, о данных соревнованиях, то у нас недавно заявили о островная часть города, что они бы тоже хотели иметь такую площадку в той части города. Поэтому это говорит о чем? Это говорит о том, что действительно заниматься вот таким доступным видом спорта, дворовым видом спорта, все больше и больше появляется у людей интерес к этому. Мы это приветствуем. Мы сейчас внедряем тренера во дворы для того, чтобы привлечь всех детей к занятиям спортом. Тренер это говорит о том, что это не только на общественных началах, что он просто еще будет получать заработную плату за то, что он будет заниматься с детьми и с молодежью. Это будет бесплатно? Да, конечно. Но мы будем по расписанию выставлять расписание, чтобы согласно расписанию могли дети знали, например, в какое время он придет и в какое время можно будет заниматься на площадке во дворе.